Мы будем тренировать наши сердца и тела для достижения твердого, непоколебимого духа. В 1999 году он второй раз вписал свое имя в Книгу рекордов Гиннесса, совершив тамишивари в затяжном прыжке. А свое первое достижение установил 4 годами ранее, разбив пальцами 2-дюймовые доски. Но все эти фантастические проделки — лишь яркая обертка истинного мастерства. Босс, меня зовут Кирилл. Дмитрий Юрьевич Котвильский. Как вы познакомились с каратэ Кёко Синкай? Кирилл. Дмитрий Юрьевич, как вы познакомились с каратэ Кёко Синкай? Это было очень давно, познакомился я случайно совершенно. Я занимался бесконтактным каратэ, был в хорошей форме. И получилось так, что в 70, это очень давно было, это 76-й год, представляешь, как давно? В 76-м году Александр Иванович Танюшкин, будучи еще спортсменом с коричневым поясом, приехал в Москву и стал проводить ряд тренировок. И на эти первые тренировки я попал, увидел, что это за стиль, и, естественно, остался со мной навсегда. И вот до сих пор, представь себе, это мне сейчас 57, то есть 40 лет назад это случилось, и до сих пор я занимаюсь этим видом, люблю его, и, я думаю, буду заниматься всегда. На протяжении всей нашей жизни мы будем стремиться реализовать истинное предназначение пути Кёкусин.